Они разные, конечно, и кошки, и собаки. Это целая вселенная. Так что, когда ищут каких-то пришельцев во вселенной, мне кажется, можно посмотреть рядом с собой, вот они все эти пришельцы, да, кошки, собаки. Слово, ваше отношение к Бондарчуку. Негативное отношение. Какое, может быть, к Бондарчуку отношение? Такой типичный мажор, да, который пытается... Как художник, он мне вообще не интересен. Посмотрите, там вот по поводу Сталинграда, его фильма, я говорил, у меня есть передача. Мне она самому нравится, я недавно пересмотрел. Кстати, когда это было? 2 года назад, вот осенью. Здесь на артподготовке есть про Сталинград. Он там может набрать мальцев про Сталинград. И я посмотрел, я был потрясен бездарностью. Просто потрясен. То есть, вот бывает, когда там один ляп, два ляпа. А это фильм, состоящий из ляпов. Вот просто. Один переходит в другой, два вместе. Ну, просто безумие какое-то. Такое ощущение, что человек, который делал, у него нет мозга вообще. Вячеслав, если вы читали ложь, то должны понимать, что христианство ложь. А если вы читали ложь, то должны понимать, что нельзя так выражаться. В том плане, что... истина... Она вот в данном случае у каждого, если по ОШТу, она у каждого должна быть своя, да, так сказать, просветление. Может же достигаться не одним путем, или как? Или вы считаете, что одним путем просветление может достигаться по ОШТу? У нас, кстати, в понравившихся православный канал, хотели все сказать. Да. Вчера добавили. Вячеслав, дата революции 5 ноября взята из фильма «V это Вендетта». Ну, конечно, безусловно. 5 число именно оттуда и пришло. А почему 17 года? Ну, потому что 7 ноября 17 года была революция. Будет столетие революции. Мы, я надеюсь, уже в Кремле отметим столетие революции. Поэтому 5 число это... Ночь фейерверков, так она называется, ночь фейерверков, в общем-то мы и не скрываем, что это будет ночь фейерверков. Так. Мальцев, пожалуйста, не путайте православие с христианством, это не грамм. Ну, я понимаю, что вот у вас такое представление... о грамотности, у нас такое представление, вот мне вот это вот очень нравится, когда кто-то там что-то решил, так вот он для себя. Я понимаю, что человек, который пишет, он язычник, я не против язычества, ради Бога, но я же вам не говорю, что вы должны говорить, там, как вы там должны кому-то молиться, Велесу там или кому-то еще, там, я не знаю, это ваши дела, я же не говорю, как правильно, как неграмотно, как ну, русские христиане называют себя православными. Ну, что же делать? Так вот. Так.